элитное мясо и сыр моцарелла. Изысканные продукты и уникальные деликатесы на территории края. Реально? Да. Карака, копченая по старинным традициям нашим, на натуральных опилках, там, предположим, тальниковых, там, ольхе. Все самое интересное о самом вкусном в специальном проекте «Наша еда». Мы сможем насытить свой край, во всяком случае, юг Красноярского края до города Красноярска без проблем. По будням в 18:30 и в 20:30 на телеканале «Енисей».